Всем привет! А Баба Вера опять с вами. Ну и что, ребята? Вы скидываете, вот просите, вот читаю. Милана Старк, Милана Филимонова, Лойс. Посмотрите, пожалуйста. О, и думаю, две Миланы, надо же. О, фу, надо смотреть, думаю. А куда же я денусь? Ой, вечно у меня это перекрутится. Так что... Короче, давайте послушаем. Две Миланы – это дело. Лойс, поехали. Ах, девочки, а! Чего стоишь, скучаешь по паре? Сегодня я немного в о-о-о-о. Дари. Лойс. Кто мне ответит? А вообще две Миланы — это классно. Они классно потусили. Мне понравилась. Песня такая веселая. Да и девочки классные. Я смотрю, и сердце радуется. Дети чем-то занимаются. Веселятся вот так вот. О, все получилось классно. Да, и девочки немножко подросли. Да? Ой, Боже, детки растут, а мы стареем, а так не хочется, а так тяжело, а так время быстро летит. Вроде недавно я так прыгала, не поверите, а теперь вот, о, старость не очень радует, это такое дело. О, пока молодость, пока веселитесь, радуйтесь, вот молодцы девочки. О, есть хорошие, так сказать, увлечения в них, получается, но неплохо получается, хорошо делает. Хотя я понимаю, что взрослые помогают, слава Богу, есть взрослые, которые помогают, а куда без них. Но девочки сами стараются и вкладывают. Так что вся команда поработала неплохо, хорошо. Всем успеха, девочкам процветания. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 Баба Вера.